Познакомьтесь, Зюзанна Крель, специалист по маркетингу и связям с общественностью, энтузиаст в сфере банковского дела и финтех. Зюзанна окончила Европейский университет Виадрина во Франкфурте на Одере. Начав работу на должности начальника отдела маркетинга и связей с общественностью, на данный момент она является управляющим директором Барцален, одной из крупнейших частных платежных компаний Германии. Крель является председателем Ассоциации немецких стартапов, а также организатором и спикером многих финтех-мероприятий Берлина. В 2015 году Зюзанна была признана одним из лучших в возрасте до 30 лет специалистом по связям с общественностью.